Только за час с утра на прием к столичным специалистам записалось около 1000 жителей города и области с самыми различными заболеваниями. Видя такой наплыв, врачи сегодня пообещали постараться принять всех пациентов и закончить прием не за полдня, как планировали, а к вечеру. Детский невропатолог алматинской клиники Аксай Куаныш Сарбасова в течение недели побывала с такой же миссией в Кызылординской области и в Туркестане. Наиболее тяжелых пациентов она пообещала пригласить в свое медицинское учреждение для дальнейшего лечения. Сегодня в Чимкенте были около 10 детей на приеме. Из них одного ребенка пока направила к себе на лечение. На лечение они попадут через бюро госпитализации на бесплатной основе по плану. Те дети, которые подлежат по перечню заболевания в нашу клинику, я направляю их, отбираю тех, туда направляю с консультацией. В этот день в консультативно-диагностическом центре прием осуществляли 36 врачей самых различных направлений – невропатологи, кардиологи, пульмонологи и другие специалисты. Те пациенты, кому посчастливилось попасть на консультацию, говорят, такие мероприятия нужно устраивать как можно чаще. Сегодня здесь очень много пациентов. Во-первых, прием бесплатный. Во-вторых, его ведут высококлассные специалисты. Я считаю, это очень большая помощь для жителей области. Мы не всегда можем воспользоваться такой возможностью. Больных детей и взрослых в нашей области, к сожалению, много. И хочется от всего сердца поблагодарить организаторов такого мероприятия. Часть пациентов, побывавших сегодня на приеме, еще не раз встретится с этими врачами. Многие из них продолжат лечение в медицинских учреждениях Астаны и Южной столицы. Данияр Худайбергенов, Константин Исупов, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «Утрар».